Вообще надо было их разложить вот здесь, чтобы люди могли брать. Ладно, отметим, что вы были в любом случае. Да, да, да. Не прячься, не прячься. Сейчас. Все, я видео снимаю. Все. До свидания, всего хорошего. Пока. Всем привет! В эфире показывает Чайка. Сегодня вы являетесь участниками беспрецедентного события. Мы рады всех вас поприветствовать на первой фотовыставке, на первой городской фотовыставке. Итак, уважаемые дамы и господа, свадебный переполох стартует! Так что я смотрю, я догугую, чтоб никто и не подумал, чтоб никто и не поверил, то, что очень одиноко мне. Ты сними меня, фотограф, так чтоб я смеялась беззаботной и оптимизма, чтоб никто и не подумал, чтоб никто и не поверил. Чтоб никто и не поверил в то, что очень
очень одиноко мне. Ну да я довольна этим миром, чтоб никто и не подумал, то, что очень одиноко мне. То, что очень одиноко мне. Фишка, да? Этой выставки. Это уже вторая выставка. Первая выставка была ровно год назад. Был один фотограф, а теперь их целых пять. Давайте им поаплодируем. Всем пяти фотографам, которые сегодня участвуют в нашей выставке. Я напоминаю, что сегодня не побоялась 4 метров стоп-кадра и решила принять участие в нашем конкурсе. Это Ардак Шарипова. Она сегодня в обворожительно-сексуальном черном платье. Да, Ардаша, ты сегодня великолепна. Ардак признает, что именно работа на свадьбах доставляет ей наибольшее удовольствие. А еще она любит путешествовать. Где была последний раз? Ой, стыдно признаться, в Турции. Это тоже очень хорошо. Поэтому в ее объектив нередко попадают памятники архитектуры. Ардак очень большая оптимистка и вдохновляется детской непосредственностью. Какие там Линсон Йоханссон какой-нибудь там. Ну понятно, да? То же самое у вас. Самый сексуальный портрет, самое главное, чтобы не повторяли, чтобы они рядышком не стояли, части тела, да? Одного и того же чувака. Нет, вы делайте они... так, чтобы они разные были. Да. А Оксане, Оксане нравится. Да, ну ладно, ну, не нравится по размеру. Я не про размер. Оксане нравятся волосатые. Зачем они подходят по размеру? У мальчиков у вас ой, ну у тебя прям вообще идеальная женщина получилась, да? С родинкой, да? Как ты любишь, прям как у тебя. Можешь еще один портрет? А что, три надо собрать? Ну как хочешь, но я не знаю, сколько у тебя идеальных мужчин. Может, я разные. Знаю. Я не хочу три. Я не хочу три, хорошо. Ну я буду слишком. Идеальный смешной мужчина. Первое. Первое. Для тебя. Вот это? Для тебя это. Так, девочки, все посмотрели, какая девушка нравится Антону. Сразу губки сделали. Так, а что у тебя? Так, у тебя как? Дима, у тебя девушка. Так, я чувствую, сегодня Оксана заберет свой приз и поделится с кем-то из мальчиков. Ну что ж, Оксаночка, ты не только тебе поможет. Да, можешь даже забрать и прям в эту рамочку прям его засунуть, понимаешь? Нет, я воздержусь. Воздержишься. Итак, аплодируйте. Все, у вас остается четверо. Перемешиваем. Все то же самое. Художником является репортаж. Его объектив чаще всего попадают окружающие его люди и природа. Залогом хорошие. Аплодисменты Константину. Костя, ты сегодня появишься? А, вот он, я целую этот концерт. Фото и видеосъемкой он занимается на протяжении 7 лет. Самым важным моментом в процессе съемки называют взаимопонимание между фотографом и моделью. Лежит в команде онлайн-журнала «Чайка». Однако сегодняшнее событие не могло не состояться без поддержки многих других, естественно, неравнодушных инициаторов балхашцев. За помощь в организации фотопати «Чайкова» и на генеральному спонсору фотопати магазину «Автомагия», а также председателю балхашского клуба коллекционеров Алексею Сапрыкину. И сейчас немножечко торжественная часть, потому что как без этого. Я хочу предоставить слово главному специалисту отдела культуры и развития языков Айгерим Бакытовне. Поздравляю вас со второй фотовыставкой авторской. Она у вас безупречно получилась, очень даже такие работы, прям у меня слов нет, все такие по своему направлению. Действительно, свадебный переполох у вас получился. Спасибо организаторам.
И спасибо тому, что именно вот эта фотовыставка в честь проходит дней, 15-летия празднования Астаны. Вот, и я считаю, что это сегодня один из добрых дел, приуроченных к Дню столицы. С Днем столицы, с открытием выставки второй. Такой раритет, который они не везде увидят, то есть многие даже на картинке видели, а сейчас можно это все потрогать. Итак, ряд культурных и развлекательных мероприятий. Сайт существует всего 2,5 месяца, и поэтому у него еще что? Интернет-журнал стал невероятно популярным. «Чайка» вышла на первое место в рейтинге казахстанских сайтов, за что мы ее и поздравляем. Хочется петь и летать, летать и петь, и не думать о ваших словах, повсюду дышать и не знать ничего. Неопознанной хочется быть, не хочется быть, невозможно не быть. Как это было вчера, хочется прямо до слез, до самых звезд, и не знать ничего про тебя, не знать никого до тебя. Хочется быть незаметной, невидной, неслышной, никем не я. Хочется быть невозможной, немыслимой, недопустимой, неправильной. Хочется быть чайка летит. Чтобы наша чайка летела как можно выше. Ия Гультяева. Где? Журнала «Чайка». Ирина Ильхих. Аплодисменты ей. Сумочку, пожалуйста, ставьте, девушка. Я хочу всех поблагодарить за участие, за то, что сделали такой смелый шаг, выставили работы, потому что я хочу сказать, что многие, несмотря на свой профессионализм, не решились выставить, не решились конкурировать с такими зубрами фотографии. Вот. И, конечно, я также хочу выразить благодарность всем, кто нам помог это сделать, это очень многие люди. Но мы не стали делать благодарственные письма, мы сделали вот такие большой респект. Большой респект за участие в фотопарти 2013 объявляется Нуржану Шаймердину. Также объявляется Ардак Шариповой. И Константину Полякову. Я также хочу поблагодарить отдел культуры и развития языков в лице Дины Жолдасовой. Также лучшему языку. Это круто. Ну, все? Ну да. А победитель? А именно, Ардак. Великолепная девушка, женщина, спортсменка, комсомолка, как говорили в советские добрые времена. Ее работы, да, красавица бесподобная. Ее работы очень всем нравятся горожанам. С детских лет, начиная от ее фотостудии, они приобщаются тоже к великому искусству фотографии. А ее... Сиднее, все те, кто заходили на сайт онлайн-журнала «Чайка», могли проголосовать за работы, которые сегодня вы видите также на стенах рок-кафе «Альпина». И сейчас я предоставляю слово Ирине Лихих для того, чтобы она
огласила результаты онлайн-голосования и, конечно же, вручила главный приз нашему победителю. Вот. Готовила свой подарок, и я хочу вручить каждому из вас подарок от нашего спонсора. Белый ветер, к сожалению, это всего лишь магазин «Автомагия». Ну и победителя определили зрители. Я считаю, это самым справедливым голосованием, потому что не были указаны авторы, поэтому было абсолютно объективное голосование. И безоговорочно, с огромным отрывом победила работа «Вера», которая принадлежит Константину Полякову. Поближе. Конечно, интересная прошла. Поближе. Нужное, главное, дело для... В первую очередь, наверное, для самих фотографов. Потому что друг у друга все равно чему-то учимся. Смотрим, работаем друг к другу. Спасибо всем, кто принимал участие в голосовании. Всем зрителям. Коллегам спасибо за поддержку. Я ежегодно мы вас сделаем. Спасибо, да? Чайке за то, что организовали такую выставку. Аккуратно. Если бы без их активного участия какой бы выставки бы и не было бы в городе. Всем спасибо. А теперь, Костя, всех угощает. Посетители рок-кафе смогут еще целую неделю. Как вы видите, то, что на каждой работе написано имя автора и контактные телефоны. Поэтому, если кто-то за эту неделю надумает жениться или выйти замуж, у вас уже есть готовые фотографы-профессионалы, которые, помимо того, что они действительно профессиональные мастера своего дела, они еще и участники фотопати от онлайн-журнала «Чайки». А это тоже немного важно. Господи, я заговариваюсь уже. Ну что же, одна тусовка – это видеопати. Следите, и мы будем всегда с вами здесь и сейчас. А мы Давай. Все естественно. Потанцуй. Я видео снимаю.